Что? КРТ Хаб пролетел. Еще один, давай, отвлекаю, бачу. Nice. Дроп из Origin кейса, запустим нам скилл. Ха, на брефе. Капец, что мы делаем? Сейчас слева. Нам надо максимальный раунд взять, потому что ты с ножом будешь за КТ. Почему у нас тиммейт без дропа играет? Что это за фигня? Всем квакаё, братва. Мага, тебе как всегда, Лембуа. Мага, сегодня нас ждет очень-очень потный киберспортивный видосик, потому что мы с тобой будем играть с дропом из самого дорогого кейса, который стоит около 5000 голды. Понял, дай. Мага. Давай, пока. Сам, давай. Было приятно иметь дело с тобой. Смотри, мага. Я объясняю, почему мы сегодня должны сыграть с самым дорогим кейсом Ориджином. Потому что... ну давай, расскажи. Потому что есть одна, как всегда, проверка теории мифов. Если будем играть с дропом из самого дорогого кейса, возможно, нам выпадет что-нибудь из неймлис коллекции в конце каточки, если мы выиграем мага. Поэтому я надеюсь, у нас получится затащить. Давай, показывай, что там. О, минус голда, пацаны, просто. О, уже меньше 10 тысяч, это жесть. Я 20 тысяч голды, чтобы вы понимали, копил пол жизни, и у меня просто уже разорение, пацаны. Кто еще лайк не поставил, поставьте, пожалуйста, 20 тысяч лайков. Это жесть. Жестокий мир, конечно, у нас. Ладно, мага, смотрим, что выпадает мне на тащерство. О! Это тебе? Мага, что так слабенько? Может, это тебе? Стой, подожди. Если какой-нибудь сейчас необычный дроп выпадет, я хочу с ним играть. Что-то АКР-12 слишком легко. Дайте ему SM-10-14. О! По 90 гу... Не, слушай, это неадекватно. Что-то мне не нравится. Я, походу, что должен? Голду всю потратить, чтобы мне интересный дроп выпал. Что за фигня? Дайте мне... Ты что возьми? Ты что? Я хочу интересный дроп, мага, извини, но... Я не могу играть, чтобы мы играли чисто с АКРами. Надо что-то поинтереснее. Ты что-то поголовый? О, найс. АКРТХ пролетел. О, мага. Вот тебе поинтереснее. Короче, смотри. Я играю с П-350 всю игру, а ты с... А я с двумя АКР-12. А ты в курсе, что тебе нельзя за КТ-сторону играть с АКР-12? Давай, пока я ливаю. Тебе придется с ножа играть, мага. Вот, я все продумал. Найс. Все, мага, погнали. Тащить каточку пацанам. Так, мага, стартует киберспортивное начало каточки сразу. Ответ, какая киберспортивная каточка. Я же с ножом бегаю. Найс. Имбинка. Мага, в честь такого я за тебя с П-350 затащу, по идее. Опа! 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 Я вижу по карте. Я тебя спас! Я тебя спас! Еще один, давай, отвлекаю, бачу! Найс! Хорош, еще надо! Полетели! Вот он справа! Давай! Как попасть, он тпшится! Ой, найс! Отлично! Мага, тебе хватает как раз на топовый дропщик. Мне на ветру. Готовься, то что нам надо максимальный раунд взять, потому что ты с ножом будешь за КТ. Чекай. Тащу! Пацаны против скорострелок ничего не могут делать с моим П-350. Так, прячемся, мужики, вы чё пушить пошли? Ладно, у нас слишком киберспортивная команда, в принципе, можно в честь такого даже киберспортивного лягушачьего нектара выпить. Можно прийти, у тебя нектара попробовать? Не, хотите прикол? Че, говорит, хотите прикол? Интересно, что за прикол? Прикол! Че за фигня, как мы это делаем просто? Знаешь, такое ощущение, как будто дроп из Origin кейса забустил нам скин. Ой, скилл. Мага, пошли с тобой в темочку, я тебя разменяю, давай, залетаем. Залетаем. Давай. Справа, видишь, справа? Опа! На брефе. Капец, что мы делаем? Сейчас слева, Не прощаю, забей. Чем мы получаем самое большое звание? Максимальное ММР, я думаю, мы получим. И возможные шансы на неймлис коллекцию, потому что мы играем с дропом из самого дорогого кейса. Обычно после таких слов мы начинаем проигрывать. Это не к добру, хаешка под ноги! Как? Он за стенкой стрельнул в меня. Мага, это все ГГ. Даня, а есть бутеры в холодильнике? Нет. У нас киберсфорт, какие бутеры, алло. Обед по расписанию в другое время, мага. А сейчас по расписанию у нас Даня, киберспорт. Я пока бутер сделаю. У нас киберспорт, какой бутер, мага? Жиган Лимон, парень симпатичный. Жиган Лимон. У тебя киберспортивный сироп, а у меня киберспортивный бутер. Знал об этом? Ой, опасно. В прыжке. Жди меня! Да меня толпой тут, помоги, спаси быстрее, я под Бэйлонг. Они всюду! Слабый, зачем ты бутер делал, ты не... Тебе рано было их есть. Чел 003, агент 003 в команде. Найс. Ну слышишь, он будет скоро. А честный его профиль? А как он с нами играет? А, 0 КД. 0 КД в союзниках.
60 часов, неплохо за 60 часов 0 кд, пацанчика. И 3 проигрыша. Чё за фигня? А как он играл катки с 0 кд? Ой, там 740, я за такое не прощаю, брат, это моя пушечка. Да, не могу успеть еще. Как? Как ты попал? Что? Мага, ты чё опять бутеры там ешь? Я бутер ем. Мага, слабый. Алло, я тут. Всё, тащим. Ой-ой-ой, меня чё, просто бегает. Я хорошо разменялся хотя бы, нормально. Куда ты? Встал опять бутер. Бутером надо закусить. ГГ. Всё, ты чё, смотри. Бутер во рту, скилл. ГГ, по-моему. Смотри, опа. Забатил? Это бутер. Мага слабый. Бабуз дай. О, нифига. Так, бустани, назад. Подожди, у меня тут чилы, я перепутал, куда бежать. Я за бутером еще одним. Не, мага, никакой. Да успокойся ты со своей. Я же за КТ сейчас буду с ножом, да? Я понял, просто буду стоять в обсах и ждать типов и бутер жрать. Как будто вот чел с чипсами, знаешь, который из мема сидит и жрет. Так, смена сторон, надо бы мага зарядиться в честь такого. Лягушачьим нектаром. Ты прикрой меня, дай! Они все под Б, мага, спасай. Эчпочмаком надо расписать стен. А, это бан. Вместо эчпочмака. Ух, нифига их там! Спасите! Мага, ты беги сюда, нож твой нужен, срочно отвлекающий. Иду. Отвлекать! Найс. Я уже тут! Мага, отвлеки их быстрее, ты где? Отвлекаю! Я бутер в них кидаю! Мы тащим, пока ты там все делаешь. Отлично, нифига, развен был. Да нет, все, можешь сливаться. Это Б. А, что, мужик, ты что тут забыл? Вантапик, еще один. О, у нас чел тоже по 350 взял. Тиммейтам помоги, нам нельзя больше раунда сливать, а то меньше шанса на неймлес коллекцию за тебя будет. Пацаны, вы где? Еда! Тихо, слушай их. Выбегай! Дальше! Слабый, как ты! У тебя такой шанс был, слабый. Почему мне чел 0.9 играет? Вот почему у чела 0 кд. Вот почему у него 3 матча сыграно. А может у него кд? У него может челлендж какой-то типа? Братва, вам нужны промокоды на голду? Ребята из Bulldrop, как всегда, сделали их для вас. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии и вводи промокод. Но если ты хочешь еще больше, то собирай дублоны, открывай сундуки новых коллекций и обменивай их на крутые пиратские призы. Удачи! Чека, в спину обойду или нет? Есть шансы? Бой заходит. Ой, ее нет! Отлично. В кармане тип. Ой, захожу. Нифига, я не повсюду. А, что это? Да ну убей карман! Найс. Хорош. Есть. Ой, мы там дистанцировались на голову моему мужику, я видел перед слепой это. Ладно, сближаемся. Нет, откуда? У меня коробка. Чекаем, как чел играет. Чекаем, как играет чел с 0 кд. Блин, почти первый килл. У него, походу, не челлендж. Найс. Ибрагим, ну, братик, ты бы не выходил так. Я не знаю, как ему помочь сделать килл хотя бы один. Пацаны, помогите Ибрагиму с одним киллом, плиз. Чека, вот так обходим. Вот так кидаем. О, что? Мужик! О! Нифига. Блин, я хочу за Ибрагимом понаблюдать. Я хочу посмотреть, сделает ли он хотя бы в конце катки килл. Давай за Ибрагимом пойдем. Погнали, поможем. Налечим ему соперника, чтобы он смог добить. Погнали. Да, я вообще с ножа так налечу. Ну, смотри, как он пикает, гениально. Братик, беги. Чекай, за ним идем. Он вообще ничего не боится, чекай. Он на мусорку идет, чекай. А, ну по-любому. Ну все на зашли, ну Чекай, он все ищет, где не... Чекай, сейчас пойдет на бой, да, там типы все по радару на азу, с кем на бой идет. А баба на поставлена, опа, пошел, давай, флешку дал. Он даже не отвернулся. О, что, Ибрагим тебя почти спас, блин, сзади за Ибрагимом был. Он сделал килл! Ой, Ибрагим сделал килл! Все, после такого может тащить катку, ты 100% сейчас будет лютое повышение. Найс, дефай, на пофиг, успеешь или нет. Почти, я слышу, но... Я не дефал с первого раза. Хаешку! Выпрыгнул! Я близко. А, за стенкой! Опа, у меня есть! Нет! Выжил, я поинт выбил. Нас со спины идет! Помоги ему, маг. Вон видео противника, куда он бежит!
Ибрагимчик! Хороший Ибрагимчик! Мага почти. Почему? Блин, нас чилы что-то начали сливать специально, как будто. Он меня видит. Нужна ПХУПа срочно. А все, у нас план, все, мы зачем. Найс. Мага, пожалуйста. Это твой коч. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Тихо. Нет, спрячься. Зачем ты вышел? Как он меня увидел? Там Спок внизу был. Мага, у нас. Че за фигня? У нас чел вышел! И мы с тобой вдвоем остались на после. А, я умер. Я понял. ДГ. Ну я с ножом, что я могу сделать? Как мы это слили? Ну, зацени счет нашего Ибрагима. Я в офиге. У нас чел на последнем раунде ливнул, еще у нас. Решили, пацаны, просто... Чтоб ты понимал, у чела на последнем месте 2117 килов. А, на минус 9 дают, да? Сколько? За проигрыш, мне кажется, это вообще что-то не то. Нам надо сейчас вторую катку выиграть, чтобы точно нам все дали, что надо. Погнали, затащим. Хотя бы, чтобы точно были шансы получить что-то. Мага, карта Раст. Это значит то, что будет еще сложней. Вышли. Нету никого, что за фейк инфа. Ай, попасть бы! Затащи! Попасть! Тащу! Слышу его. Так я же дефузил. Давай! Найс! Хорош! А, дефузов нет. Но я успею, по идее. Пожалуйста, быстрей. Или пистолет как раз. Изи. Я не знаю, каким чудом, но я думал, что я сейчас садил, это жесть. Он идет, иди сюда, я отбайчу. Давай. Мага, нифига ты в смоку. Тебя... О, видно, сверху. Тут двое. Давай. О! Найс, размен пошел, тиммейты помогают. Да ну нафиг. Мага, тебе не надо пушить, тебе прятаться надо только. Убей. Убил. Грибок, шампиньон, брат. Ой, как я живу, как я маншу. Где, тиммейт, помоги мне. Найс. Ты уже два раунда взял в клатч. Найс. Тихо. А ты обстреляй! Отвлек! Я видел это. Чеха еще левый. Давай, выезжай. У нас тут просто будет вдвоем с ножами. Мы вдвоем с ножами. А, у нас чел еще одного забрал. Нож 1-1, ну нафиг. Да нет, как он попал, я уже вернулся. Ты его выстрел. Чеха, сколько у нас пистолетов дать? Нормально. Ты пошел прятать их? Да, я буду жонглировать пистолетами. Ты тиммейта забайте, он тоже. Что вы делаете? Почему у нас тиммейт без дропа играет? Что это за фигня? Какие-то челленджи свои играют. А может это ютубер какой-то с нами попался? Забрал типа. У нас чел с ножом бегает, это что за фигня? Изи! Найс! Вместе, давай, беги на него! Я отвлекал! Хорош! Опять клачный ютубер. Жонглирую перед ними просто там. И все, они будут бояться тебя. Справа. Слева байки. Хорош! Найс! Сейчас справа вас, справа ворота! Что? Какой справа? Я так и знал, что он где-то не там. Я не понимаю, я до сих пор всю игру на первом месте. Мне что, всегда надо играть с P350-м? Сейчас за ту сторону буду, я тебе покажу. Как, откуда инфа по мне, мужик? Ты что чекаешь меня? А, что? Он тут сидит до сих пор? Мужик. Он реально про? Нет, ладно. Забей. Чекай, там чел стоит, моделька, чекай сверху, ты видишь это? Это что такое? Опа, мид есть. О, что? А, чел сам себя. Там чел самоликвидировался, понял. Чекай, вантап. Мы вдвоем с тобой, куда ты, вантап? Алло, я с ножом. Надо было сделать ник бустер P350, а то что-то реально, я единственный, кто бущу команду сегодня. Ты что, у тебя хватило на АКР 15? Конечно, без армора, правда. Наконец-то мы хоть эту катку выиграем. Тут хотя бы все килы делают, даже мага 3-9 нормально. Мужик, куда? Все, так же стабильно по киллу делаю, и меня никто не обгонит в этой катке. Мне надо реально первое место держать с P350, чтобы точно шансы были жесткие на выпадение. Неймлис коллекции. Так, подожди, скину нормально. Я чисто. Оп. Все, под дропчик вот так вылетаем, отлично. Я не понимаю, все, мы полностью просто прокачались с первой катки, я тебе отвечаю. Слева, какая спина. Да какая слева, мага, ты слабый, какой же ты слабый. Как же что? Ты видел это? О! Они со всех сторон меня пушат. Ай, вантапы ставят, понял. Так, мид убил. Пошли вместе надо идти куда-то. У нас, кстати, чел опять ливнул, ты понимаешь, насколько... Что за фигня начинается? Не понимаю, почему у нас челы ливают постоянно, когда нам надо тащить. На, пуэнт, надо отходить. Спина. Да куда отходить? Чел ливает, это лишнее. Это фрикатка, давай, задний тебе. Они бессмертны. Надо бы выходить вчетвером, мужики. Наша единственная тактика, это когда мы похалдим и вчетвером выйдем. Я дверь смочу и выходим. Забей! Найс. Все, я пушу. А, у нас в пуэнту чел. Мужики, почему я с
А, братишка. Братишка! Вторая катка подряд не из-за нас сливается. Что за фигня? Мага, ты мне можешь сказать, как? Не, ну тут из-за меня, я 5-15. Я Ибрагим В2. Второй лоу спину. Выйдите! Делайте что-то! Все, я выхожу. Еще, еще, хелп! Где я? Ой, где все? Вынес. Где я, где все? Мужики, он тут, вы... Куда ты с ножом бежишь? Куда ты с ножом на него бежишь? О-о-о, это же... Я не знаю, каким чудом мы выиграли эту катку. Вчетвером причем, что это за фигня? Пожалуйста, стендов, дай нам нормальное звание и дай нам, пожалуйста, дроп нормальный после катки. Хотя бы неймлес самый дешевый, пожалуйста. Плюс 6, по кайфу. А хотя бы бревочек выпадет нам, братик, стендов, пожалуйста, за то, что мы так нереально затащили. Чё, брелок? В смысле, ты гонишь? Изи брелок. В смысле, не вижу ничего, подожди. А где я? У тебя не показывается? А, ты, я понял, ты заскамил меня. Ладно, пацаны, всем спасибо за просмотр. Обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем до следующего видосика. Всем пока.